Начнем с краткого комментария по матчу. Все ли было так легко, как по счету кажется? Ну, на самом деле, все ребята вообще до единого красавчики отработали все и контролировали полностью игру и заслуженно победили. Некоторое время Илья Ежов занимал место основного голкипера, немножко пропустили. Как сегодня игровой ритм, как чувствовался на льду себя? Ну, это часть хоккея. Я тренируюсь также и готовлюсь. Когда говорят, тогда играю. А как вам сегодня атмосфера? Потому что сегодня практически полная арена. Насколько сильно, хорошо вы болельщики сегодня помогали? Да классно все, спасибо болельщикам. Мы рады, что они приходят, мы стараемся радовать их. Следующий матч в домашней серии, заключительный, против Амура. Может быть, уже мы против этого соперника играли. Насколько опасный он? Чего ждать? Ну, главное нам делать свои действия, свою игру играть, и поэтому придерживаться полностью, тогда будет результат.